В ефірі студія «Репортер». Мене звати Василь Базавлук. Сьогодні у нас в гостях директор Єврейського молодіжного центру «Гілель» в Одесі, голова оргкомітету проєкту «Тиждень добрих справ» Євген Хорженський. Вітаю вас, пане Євген. А також програмний координатор проєкту в 2021 році Лідія Солодовнікова. Вітаю вас. Добрий день. Через пандемію коронавірусу вже більше року не тільки в Україні, а й в усьому світі не функціонують більшість проєктів. Це не тільки благодійні проєкти, це і концерти, і конференції, і форуми. Але Одеса – непросте місто, і одеситів завжди є ось цей стимул комусь допомогти, щось гарне зробити тільки для свого міста. Тож, перш за все, розкажіть про плани проєкту «Тиждень добрих справ» у 2021 році. Добрий вечір ще раз. Якщо дозволите, я почну. На самом деле, проєкт «Неділі добрих дел» зарождався дуже-дуже давно. Ще у 2007 году движением «Руах Това» в Ізраїлі був один день добрих дел. И так как в Израиле почти 90% населения волонтерит и привязано к тому, что помогает своим общинам на местах, вот это движение, оно переросло в то, что в Украине наша организация, в Украине, по советскому пространству наша организация подтянула, и с одного дня это выросло в одну неделю добрых дел, и в 2010 году было принято решение, точнее так, это пошутили, как по-одесски, и теперь за свои слова отвечают. Каждый год увеличивают проект на одну неделю добрых дел. Вот, на сегодняшний день мы насчитываем 11 недель добрых дел, которые проходят в Одессе с 11 апреля по 27 июня, и это такой марафон, в следующем году это уже будет квартал добрых дел, получается. Тут уже такая традиция. Да, так существует такая традиция, и люди, которые пошутили, они тоже помогают проекту, и тоже вот из года в год присоединяются и к инициативам, и собирают других организаций и так далее. И программный план в этом году очень разнообразный, я думаю, что Лидия сможет более подробно по программам рассказать, но то, что, с чем мы столкнулись на сегодняшний день, да, если мы начали с коронавируса, в принципе, то в этом году мы не знаем всего плана до конца. У нас каждую неделю проходят правки. Вот мы как делаем? Мы публикуем каждую неделю, в понедельник рано утром, расписание на целую неделю, что проходит в городе, и быстро засылаем это по всем общественным организациям, волонтерам и на платформу, где люди могут познакомиться и обратиться к этим общественным организациям. Раньше, там, 2 года назад, в 2019 году, мы публиковали сразу расписание на 10 недель, там, 9 недель добрых дел. Наперед там было больше 100 мероприятий, где каждый мог заранее знать, что там чуть ли вот мы в апреле начинаем, вот в июне точная дата, время, место, и это мероприятие все равно будет. Сейчас, к сожалению, такого нету, и мы вот системно работаем вот в конкретно Лидия. Можливо, є якісь не конкретні плани, а так взагалі? Ну, в общих планах, конечно, у нас есть. У нас даже в конкретных планах уже есть порядка 100 мероприятий, которые мы собираемся проводить. А большие мероприятия у нас сейчас под вопросом. Это все будет, конечно же, зависеть от ситуации с пандемией в нашей стране. И непосредственно зонирование нашего города будет от этого зависеть. Но, тем не менее, мы их планируем. Это большие мероприятия, которые будут посвящены Дню семьи, который будет в середине мая, Дню защиты детей. Далее мы также планируем летние какие-то мероприятия на открытом воздухе, которые будут посещены всеми нашими общественными организациями. Сейчас у нас зарегистрировано в нашем проекте 54 общественные организации. Это достаточно много, скажем так. И каждая из организаций либо подала свой проект, либо планирует еще подать свой проект. Либо присоединяться, так, к существующим. Да. Либо присоединяться к существующим для объединения и проведения какого-то одного мероприятия, если эти организации работают в одном направлении. До речі, щодо громадських організацій, розкажіть, будь ласка, хто з вами співпрацює та яку допомогу пропонують? С нами работают практически все организации, которые есть в городе, которые слышали о нашем проекте в какой-то, ну, в определенной мере, да, то есть у нас зарегистрированы, я только что сказала, 54 организации, но это еще не все. У нас есть еще организации, которые присоединятся к нашим проектам, и мы их ждем. Также может любая организация, которая еще вдруг о нас не знает, присоединиться, и мы с удовольствием запланируем проект, который будет связан с направлением ее деятельности. Тобто цей список організацій буде ще примножуватися? Звісно, звісно. Розкажіть про найбільші масштабні проєкти, які вже втілені. Ну, в этом году у нас еще не было масштабных проектов, то есть у нас только планируется. Если по предыдущим годам,
то, я думаю, наверное, больше Евгений расскажет по большим проектам. По большим проектам, например, если в 2019 году, почему мы говорим про 2019? Вот, там было 9 недель добрых дел, мы спокойно проводили, не было вообще задумки о каком-то коронавирусе и так далее. И в 2020 году пришла пандемия, и проекта «Недели добрых дел» как такового не было, но мы совместно с городом, да, нас пригласили, и мы обновляли списки общественных организаций, подтягивали всех волонтеров, все контакты, которые у нас были, для того, чтобы мы могли оперативно во время коронавируса создать вот этот вот штаб общественных организаций и быстро коммуницировать по всему городу. Да? Город, там, например, школы закрылись, и те продукты, которые приезжали к детям, были перенаправлены в территориальные социальные центры, и волонтеры это развозили и делали. То есть у нас была такая коммуникация. Такие проекты, которые у нас мы ежегодно проводим, визитные карточки, как «Бал для ситуации кавалеров и дам», либо «Фестиваль накрыльных детства для деток с особыми потребностями», к сожалению, мы не можем в этом году их проводить. Почему? Потому что эти мероприятия предполагают сбор на закрытых площадках и проведение мероприятия там, либо в концертных залах и так далее. Собирать людей на сегодняшний день мы в массовости не можем. Поэтому мы выбрали другую немножко форму, в силу того, что проект попадает больше под теплое время года, и сейчас мы выходим из красной зоны, уже вышли в желтую, вышли, да, мы можем постепенно выходить на уличные площадки, различные спортпарки, территории, концертные площадки, там, парк Горького и так далее, да, то, что под открытым небом. Но здесь есть риски с точки зрения погоды, но мы стараемся все эти моменты учитывать и проводить мероприятия. То есть в данном случае, я сейчас секунду дополню, «Неделя добрых дел» — это платформа для объединения. Если раньше мы делали более массовые мероприятия, через массовость привлекали к вообще идее делать добрые дела, то в этом году это, скорее всего, как и в прошлом, это точечная помощь на местах, да, через общественные организации. То есть идея этого года — и вообще, в принципе, та, которая заложена через волонтерство нашего проекта, что мы платформа для коммуникации, и люди, не зная, какие организации существуют в городе, могут к ним присоединяться. Есть организации, которые очень много усилий прикладывают для того, чтобы о них знали, и люди помогают, люди доверяют этим организациям. Есть организации новые, о них еще не знают. Мы стараемся делать вот эту коммуникацию, публиковать всю информацию о том, где и как, чем занимаются эти организации, куда можно приходить, волонтерить и делать добрые дела. На жаль, пандемія вплинула на все, що нас оточує. Світ, так би мовити, прийшов до онлайн-режиму. Взагалі, на вашу думку, чи можливо робити добрі справи в онлайні, та чи є вже якісь результати від цього? Ну, в онлайні, безусловно, можна робити добрі діла. Звісно, хотілося б більше. В реальном времени, но тем не менее у нас проводятся и мастер-классы онлайн для детей с ограниченными возможностями, в том числе обучающие мастер-классы, такие как о финансовой грамотности, также в онлайн-режиме будет проходить для того, чтобы охватить максимальное количество детей, которые этим интересуются. Безусловно, это все время диктует нам свои условия. Плюс, если, например, человек не хочет выходить в офлайн режим, да, есть такие люди, мы с этим сталкиваемся, люди переживают за свое здоровье в первую очередь, можно присоединиться к проекту и быть волонтером на удаленном формате и тоже заниматься вот этой коммуникацией людей с друг другом, либо помогать на вот то, в чем мы нуждаемся всегда, это помощь в коммуникации, потому что запросы большие, системные ежедневные телефонные звонки с утра до вечера, и это тоже помощь. Мы точно так же приглашаем либо в офис к нам, либо удаленно, чтобы ребята-волонтеры обзванивали других волонтеров, предупреждали об изменениях мероприятий, еще чего-то и так далее. Это же проект, в данном случае, живой организм, и тут важно учитывать все эти нюансы. І все ж таки, повертаючись до теми онлайн-офлайн, який все ж таки буде основний механізм роботи проєкту саме у 2021 році? В 2021 році це все-таки, скоріше всього, точечна допомога на місцях, коли вже громадські організації займаються якоюсь определеною діяльністю, у них є направленість, є група людей, які з ними цим займаються, і вовлеченням нових людей в ці організації. Да, якщо у нас є можливість, наприклад, вам необхідно розвести посылки для пожилых, да, продуктовые. У нас есть машины и волонтеры, пожалуйста, мы можем скоммуницироваться, это сделать. До речі, щодо волонтерів. Волонтерство як вид діяльності, важлива соціальна місія. Чим займаються волонтери в Україні та наскільки вони затребувані? Мы не знаем про всю Украину, мы не можем говорить. Мы можем говорить за волонтерство в Одессе и непосредственно за своих волонтеров в том числе. А наши волонтеры подхватывают инициативы, так сказать, горячими, да, то есть мы подаем расписание на неделю, и кому какая направленность интересна, они берут и идут в этот проект волонтерить. А стараемся привлекать волонтеров с вузов, да, чтобы это студенты, которые, допустим, занимаются на социальной работе, направленности социальная работа, чтобы они вовлекались в свою профессию изначально, смотрели изнутри, как происходят все процессы.
Розкажіть про механізм, як долучитися до тижня добрих справ, можливо, якась онлайн-форма, та стати волонтером саме вашої організації. Спасибо за возможность присоединяться и то, что вы являетесь рупором добрых дел в данном случае в нашем городе. Можно присоединиться, зайти на сайт постсоветского пространства, да, СНГ, Goodwick Hill LSU, там видно все города, где мы функционируем и работаем, выбрать город Одесса и зарегистрироваться, там есть кнопочка регистрации, можно выбрать, вы либо волонтер, либо представитель общественной организации, благотворительного фонда, либо вы представитель бизнеса, либо какой-то торговой марки, не имеет значения. Главное — это помощь городу и друг другу. Можно зайти в социальные сети или просто загуглить «Недели добрых дел», и вся эта информация появится сразу и будет в доступе у людей. Яку допомогу приймаєте? Можливо, фінансову, фізичну, можливо, ідеї якісь? Розкажіть про це ще. Якщо говорити про фінанси, це мій любимий вопрос в цьому проєкті, ми не приймаємо ніяку фінансову допомогу в прямому виді фінансів, іменно в денежному еквіваленті. Все, що ми можемо сопоставити, скінтачити, скажімо так, соединити бізнес і общественні організації між собою, для того, щоб бізнес закупив щось по потребності общественної організації. В рамках «Недель добрих дел» збор средств любим способом запрещен. Мы не агитируем вообще никогда за это дело. Мы за то, чтобы люди находили время и возможности помогать друг другу ресурсно. Да, есть меценаты, которые готовы давать средства, но тогда в таком случае мы уточняем все эти нюансы, все эти моменты. Это что касается финансов. Щодо фізичної допомоги, або, можливо, якісь ідеї є у людини, і вона може вам запропонувати. У нас є зараз кілька направлень, і ми, я думаю, на следующей неделі опублікуємо карту міста, де ми збираємо во всіх районах міста допомогу з точки зрения збору речей для нуждающихся і збору нескоропортящихся продуктів. Можна буде принести, це ті організації, які на слуху у одеситів, і ми повинні перевіряти всі ці нюанси, щоб эта помощь дошла до людей, которым она реально необходима. Сейчас вот реально вообще никого не хочу обидеть, но это есть реалии. И мы опубликуем со всеми контактами, можно будет приносить как на протяжении всего проекта, так и приносить за рамками проекта в эти организации. И дальше эта помощь будет попадать туда, куда необходимо людям. Я уже, в принципе, могу сказать, это будем мы, как Гилель на Приморском бульваре, это будет благотворительный фонд «Добрый самарянин» в сквере Гамова, это корпорация «Монстров», которая переехала в новый офис, это тоже в центре города. Эти все адреса мы опубликуем, это люди X на Черемушках, и сейчас вот на поселке Котовского прорабатываем организацию, потому что такой большой жилой массив, и мы не хотим, чтобы он тоже выпадал. Таке питання. Зараз є мейнстрім, допомога людям, які хворіють на коронавірус, чи вже реабілітуються. Чи плануєте ви допомагати також і цим людям? Я думаю, что это, наверное, в первую очередь связано с личным здоровьем каждого человека. Каждый должен делать в данном случае свой выбор, готов он принимать участие в чем-то или нет, и это осознанность людей с точки зрения того, болел ли ты коронавирусом, есть ли у тебя антитела, привит, не привит и так далее, чтобы дальше идти, в, скажем так, в народ, на мероприятия и так далее. В любых мероприятиях мы просим, чтобы все были в масках, мы всегда постараемся, чтобы организации давали антисептики, все эти средства. С точки зрения коронавируса, чем мы можем помочь Pfizer, мы не купим, хоть мы еврейская организация, но связи могут быть. Но ждем от государства этих движений, и это все... Как сказал наш президент, все надо искать в правильных источниках. Как раз на следующей неделе у нас будет бесплатное тестирование на коронавирус, поэтому следите за расписанием, там будет дата, время и место, где можно пройти бесплатный тест на коронавирус. Зараз у вас є можливість проанонсувати найближчий проект, який планує організація «Тиждень добрих справ». Я, если можно, добавлю еще по поводу, у нас есть вакцинация не только про коронавирус, это сейчас просто, скажем так, такое время, когда все говорят о коронавирусе, но на самом деле существует куча других, к сожалению, заболеваний, и у нас есть организации, которые организовывают на протяжении всех недель добрых дел, и за рамками них тестирование на гепатиты, ВИЧ, СПИД и так далее. И у нас будут, как в тоже карта на это направление направлена, опубликована, для того, чтобы можно было приехать в различные районы и сделать это тестирование, либо будет мобильная амбулатория, которая или бригада будут приезжать на место в организации и тестировать людей, естественно, чтобы все было анонимно и безопасно. Это что касается этого. На самом деле мы не можем выделять никакого из мероприятий, крупное, оно маленькое, оно имеет очень важный социальный эффект для города с точки зрения уменьшения вот этого социального напряжения на город. Это то, что делают общественные организации, благотворительные фонды в городе. Поэтому мы всегда готовы рекламировать и давать в народ формат «Недели добрых дел» для того, чтобы все объединялись и приходили в те общественные организации, помогали друг другу, смотрели за расписанием то, что предлагают общественные организации. Почему не выделяем? Потому что каждое из мероприятий носит
одинаковый характер, вне зависимости от того, длится оно одну неделю, длится оно все недели или длится оно один час. Да, эти ребята делают очень благородное дело. Это что касается этого. І, можливо, анонс, що найближчим часом от, очікувати Одеси, там, який захід? В ближайшее время, вот уже на эту неделю опубликовано расписание, в пятницу мы собираемся для того, чтобы публиковать расписание на следующую неделю. Надо следить. Почему? Потому что проект «Неделя добрых дел», он не собрался до, там, я не знаю, в марте, и мы все запланировали. Он существующий, так, живой организм, и мы каждую неделю присоединяются к проекту еще дополнительные организации либо волонтеры. Поэтому следите за анонсами, смотрите. У нас есть различные направления мероприятий, которые проходят целый проект, я не знаю. Вот тестирование, да, сборы вещей, правовые консультации в разных районах города и так далее. Есть клиники, которые готовы делать различные осмотры бесплатно и так далее, для того, чтобы население было здорово. Это что касается этого. Все остальные мероприятия мы сейчас вот согласовываем, потому что каждое мероприятие на сегодняшний день необходимо согласовать, если оно массовое, на улице и так далее. Чтобы с дотриманием всех карантинных вимог. Наскільки важливо в сьогоднішніх реаліях творити добро, робити гарні справи та підтримувати людей, які в цьому нуждають? Ну, мне кажется, что не только в сегодняшних реаліях. Добро творить нужно каждый день, не задумываясь, легко и всегда. Дякую вам за вашу думку. Я також дотримуюся такої думки, що якщо людина творить добро, то воно обов'язково до неї повернеться. Я бажаю вам успіхів у вашій подальшій роботі. Нагадую, що гостями студії були директор Єврейського молодіжного центру «Гілель» в Одесі, голова оргкомітету проєкту «Тиждень добрих справ» Євген Хржевський, а також програмний координатор проєкту в 2021 році Лідія Солодовнікова. Дякую вам за розмову. В студії працював Василь Базавлук. Будьте здорові та залишайтесь репортером.